Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Chess Games. И сегодня я вам покажу красивую ловушку в скандинавской защите, где мы выиграем коня или даже, возможно, поставим мат. Погнали! Белые начинают играть e4, ловушка применяется за белых. e4, d5. Это вы... Возможно, многие из вас знают эту защиту, этот дебют. d5 это в скандинавской защите. Далее играем ед, ферзь d5, конь c3. Здесь можно сыграть ферзь a5. Это любимый ход Хикару Накамуры во время скандинавской защиты. Можно сыграть ферзь d6. Это любимый ход Магнуса Карлсона. И можно отвести ферзя на d8. Это, то есть, популярно. Здесь мы играем слон c4. Развиваемся. По теории здесь слон c4, конь f6, то есть конь f3, 2-0, ладья e1, d4. Слон f4, то есть так вот развиваемся. Сзади слон c4, это один с ходом. Мне кажется, здесь правильно. Я в своих партиях играю конь f3. У меня один раз такое было в 2019 году. 12 марта я играл на турнире. Там я сыграл конь f3, то есть это тоже правильный ход. Да, тогда были времена. Но я сыграла, но здесь ловушка слон c4. Далее конь f6, конь f3 развивается обе стороны. Далее слон g4 связывает коня. Потому что если отойти конь куда-нибудь, допустим, на e5 просто забираем. Но в партии последовал конь e5. Здесь на нашем канале мы разбирали мат Легаля. Там просто жертвуем ферзя, мы ставим мат. Но здесь, если забрать, тоже похоже на мат Легале. Просто здесь сразу слон f7 и мат. Но я не совсем это покажу. Если они сыграют слон h5, с целью того, чтобы защитить пешку на f7 и атаковать. Здесь далее могут сыграть e6, далее опять под атакой будет. Просто здесь забираем ферзь h5, конь h5, слон f7, мат. За это после слона h5 просто забираем. Но они захотят, наверное, сыграть где-то g6. Можем просто сыграть ферзь f3, не знаю. Далее все равно слон f7 грозит. Просто ферзь f3 играем, 2-0, и там выигрываем. То есть такая вот красивая ловушка. e4, d5, ed, ферзь d5, конь c3, ферзь d8, слон c4, атакуем на пункт f7, это важно, запомните, друзья, всегда надо атаковать слабые пешки, слабые пункты. Конь f6, конь f3, слон g4, конь e5, слон d1, конь, слон f7, мат. Такая вот красивая ловушка. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилась эта ловушка, надеюсь, вам понравилась эта партия, это видео. Если понравилось, то жмите лайк, палец вверх, подписывайтесь на канал, ведь ваши подписки и лайки мотивируют меня создавать крутой контент. Спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, всем пока-пока.